За 2021 год молодежь Севастополя сделала много добрых дел. Было проведено 656 мероприятий. Ребята помогли развивать предпринимательство и самоуправление, социальную сферу Севастополя. Появились новые волонтерские организации, а добровольчество сделало большой шаг вперед. Сегодня молодежь города подводит итоги. Молодежь, ей вообще свойственен позитив и активность, задор. И в целом могу сказать, что, конечно, в этом году, даже с учетом тех ограничений, которые присутствовали, нам удалось достаточно, во-первых, большое количество различных мероприятий, проектов, программ совместных. Я думаю, что это еще не предел. В 2021 году добровольцев стало больше, на 30 тысяч человек. Молодые люди активно показали себя в помощи городу во время праздников, в пунктах вакцинации и не только. К примеру, волонтерами за этот год было собрано 42 миллиона рублей в качестве дополнительного финансирования социальных инициатив. В планах на следующий год – реализация новых проектов, создателями которых станут юноши и девушки. В целом, конечно, мы видим, что молодежь у нас готова подхватывать любые инициативы. И очень бы хотелось, собственно, мы их напутствовали на то, что в следующем году мы также, правительство города, настроено слышать молодежь и вместе с молодежью работать, двигаться. Итоговое мероприятие прошло в Севастопольском государственном университете, который по праву считается главной точкой сосредоточения молодежной деятельности. Придя сюда, многие волонтеры даже не подозревали, что получат награды за свои проекты. Мне написали вчера с предложением просто прийти на итоговое мероприятие года молодежи Севастополя. Было неожиданно, но сегодня после экзамена я собралась, приехала, и тут меня награждают. Было очень приятно, такой предновогодний подарок получился. У волонтеров остались хорошие воспоминания о добровольческой деятельности в уходящем году. Несмотря на пандемию, он был ярким и насыщенным на события, в которых помощь молодых людей была очень востребована. Ребята надеются, что в следующем году работы для них будет еще больше. Я думаю, что следующий год будет не менее насыщенным, не менее интересным. Мне кажется, что вот эти 656 мероприятий вырастут вдвое, и наши добровольцы покажут всю силу добровольчества Севастополя. Волонтерам вручили именные таблички с благодарностью, а также блокноты и термокружки с символикой молодежи Севастополя. Во вручении участвовали все добровольческие организации города. Мария Легина, Юрий Риутин, Севинформбюро.